21 марта по 17 апреля на территории всей Московской области пройдет социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Специально для проекта разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам безопасности несовершеннолетних пассажиров. Одним из главных инструментов станет серия тематических мультимедийных материалов о нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.